Вот они вышли, пчелки уже, обножку несут. Дует сильный ветер, пчелы волнуются и кусаются. Больше всего достается хозяину этой пасеки Юрию Дубу. Но он человек уже к этому привычный. Пчелами занимается с самого раннего детства. Его на пасеку еще отец водил. Теперь вот сам здесь проводит большую часть свободного времени. Только в плотно закрытой маске и с дымарем можно подойти к открытому улику. Пчел надо сначала успокоить, а потом посмотреть, какой мед они дадут самым первым. Вместе с фермером внимательно смотрим каждый улик, чтобы узнать, как пчелы перезимовали. Уже начинается сезон цветения, а значит, скоро соты будут заполнены первым в этом году медом. Липа, береза, клен первый дает, верба сама первая дает вообще. Обножку вот несут, сейчас с вербы несут, все. С пасеки отправляемся на еще одну площадку. Здесь вовсю идет работа на мехдворе. Технику готовят к посевной кампании. Диски, бараны, селки и другое навесное оборудование ждет своего часа. Завершают ремонт ходовой части у тракторов. Главное здесь не только, чтобы техника работала, но и люди трудились в комфортных условиях. Зарплата отличная, стабильная. Вот. Стабильная, вовремя, все как положено. Вот. Меня все устраивает. Фактически на этом предприятии занимаются еще и социальным развитием территории, дают работу местным жителям, вовремя платят все налоги и пополняют районные и краевые бюджеты. Итог такого труда – грамоты и занесение предприятия во Всероссийскую книгу почета. Данил Макарычев, Павел Филатов, Олег Буймиструк, Владимир Зацепин и Александр Засухин. Панорама.